Further evidence of international solidarity can be seen in the many donations of personal protective equipment which many countries have been making around the world. These supplies of protective equipment, including protective gowns, masks, gloves, sanitizers, I wish to end by expressing the British Embassy's admiration and respect to all the health sector workers in the Republic of Moldova, including in the Transnistrian region and here in Gagauzia. Нам очень приятно то, что господин посол лично приехал в Гагаузию, лично посетил больницу, увидел, в каких условиях находится больница, знает конкретную ситуацию, связанную со случаями COVID. И та огромная помощь, которая сегодня оказана нашим медикам, нашим больным, она однозначно нам необходима, поэтому мы благодарны господину послу, благодарны народу Великобритании за то особое внимание, которое уделяется нашей автономии. And with the support of the UK government and the partnership of other UN agencies, WHO and OHCHR, we are working together to make sure that the needed products and equipments are reaching the health professionals, as I said, that work relentlessly to support fighting COVID-19. And these PPEs will also support the effort of the government, the national efforts, and the efforts of the Gagauzia leadership in fighting COVID-19. Мы очень благодарны народу, правительству Великобритании, что в это сложное время, когда все страны испытывают определенные сложности во время кризиса, связанного с пандемией, все-таки страна нашла возможность оказать помощь нашей Молдавии, нашей Гагаузии, людям, которые здесь проживают. Со своей стороны, Всемирная организация здравоохранения совместно с партнерами, совместно с правительствами, совместно с другими организациями Объединенных Наций, делает действительно все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID на глобальном уровне, на региональном и в каждой стране. Мы будем продолжать оказывать ту необходимую поддержку до того, пока случаи не будут регистрироваться в Республике Молдова.